бойны трясется. Вот какие они. Понимаете, это бесполезное занятие. Это как цветы растить. Их Брежнев держал, Зыкина держала голубей. Это любовь. Это они же разные были. Разные. Да. И говорят, какая тебе польза? Я не продавал никогда и не покупал. Мне для лагеря кто дарил, там были. Я просто люблю их с детства. Сейчас я вам скажу. Я свое мнение, вы свое. Сейчас расскажу. Ну, покажу, расскажу. Они же мне сидят. Вы глядываете, как это. Глаза такие у них, как испуганные. Эх, как смотрят-то удивленно. Видите? Красавцы есть. Видишь, он как сделал-то, чтобы куры ниоткуда не залезли кошки. У меня тоже все так ограждено. А он находит там утешение, залазит он, там млеет, я его знаю. У меня вот таких было два, вот воронежские называются. Ну там не все, там не надо. Ну спаси Христос. Посмотрел я, хорошая. Вот он, отпечатки. Ценится, эта головка ценится. Какие глаза, клюв-то какой коротенький там. Слышь, он разный. Ну, сброд уже. То, что было раньше, того нет уже. Сброд уже. Это любовь, больше ничем нельзя. Ну, кисть есть. Ну, вот, вот, например, голубь сидит. Он чем отличается? У него головка, говорится, печатка, это лоб. Он, видишь, печатка. Да. Он ценится. У него уже на голубе он сидит. Это да, голубка. Видишь, это ценится. Это голубка его. Вот. Тоже, видишь, знаете, него, какая, голубь. Какой женатая. А это сижу, это вообще трудный, он вообще головка, и на камень таскает все. Да. Деловой какой, стоп. Ну, они же по-разному бывают, голуби, которые лет летающие, которые не летающие. Ну, взял себе это тоже не летающие. А крылья-то видишь, как обвисло его сзади-то. Особо. А там поднимутся, когда карусель переворачивается, да, вообще... Да. Ну, их уже перерождается все это. А это чистый белый голубь, чистокровный. Это уже выводок. У меня она еще вот такая вот голубка, она маленькая, черная. Захожу, не взлететь, не шагать, что с ней, не знаю. У меня прям в комнате вольерчик. Я принес, только принес зима. Из нее яйцо выпало. То ли оно поперек было. Я ее туда, она пробыла неделю, отпустил, я на два снесла, уже все вывела. А если бы вовремя не пришел, значит, могла я мороз под 30 с лишним градусов. Ну, их. Я их старался паровать, чтобы это в пары-пары, а у них получается. Вот я сколько, это второй год, третий год их держу. А я старался брать, чтобы в пары с парой споровать. Вот я их порою, вот это челики с челиком, не получается. Вот они в пары, и куда не в клетку посажу, чтобы споровались. Да. Нет, выехалось, все, они распоровались. Это черный споровалось, это споровалось, это черный, это значит споровалось. Черно, это с мурой, а мурой споровалась это с красной. Вот так вот получилось. У меня та же самая история. Ну вот и все. А она не должна так быть. Не должна быть. Но ну, тогда вот для этого нужно не одну голубятню иметь. Вот в чем дело. А я не могу этого. Ну так и естественно. Вот. А они, вот я был у одного священника, у него, кажется, раскинуто по двору там 5 голубят. Они все от одной. Не, ну естественно. Ну почему я с детства знаю, что раньше, вот как я помню, а они порывались. А почему а сейчас потом не выпустишь? Пор... Не знаю. Так, благодарим. Да ничего страшного. Слава Христу. Вот. Душу от...